Доброго времени суток. Доброго времени суток. Мы играем в Dying Light. Итак. Получите укол антизина у доктора Зерра. Или Зерри. Держите. $5. $19. То есть так вот подойти к телефону и пощупать. Но я, честно, не знаю, неужели в Америке или где мы до сих пор стоят такие телефончики? Какой это год, интересно. Вау. Паркур. Но... еще надо научиться. Мы знаем. Опа, как я вовремя пробельчик-то нажал. Интересно, а можно на него сзади как-то напасть? Так, ну нам, кстати говоря, в другую сторону. Так что, может быть, спрыгнуть нам стоит. Только как бы более безопасно это сделать. И все? Но это они пока что, наверное, такие. А, еще не все, гляньте. Сейчас попробуем вот эту. Вот и все, в принципе. Неплохо. Алкоголь. Вот алкоголик-то. Зомби-алкоголик. Итак, давайте посмотрим. Ну, все неплохо. Давайте тогда бездавайте. Ну что, побежим, нет? Придется немного побегать. Друзьям. Но, кстати говоря... ну-ка, давай. Прыгай на него. Ломается, интересно, наша штука или нет? Нет, давай, в голову бей. Ой, подожди, она буквы. Давай, туда спускайся. Прыгай, кидай его туда. Да умри, ну сколько же мне надо долбить? О, наконец-то. А его осмотреть можно было уже. О! Так, а мы что-то выбросили, да, получается? Не-не-не, давайте вот это возьмем. Я думаю, это понадежнее. А тут у нас Марли, гляньте-ка. Прикольно, однако. Я думаю, что... так, тормоза бывает, наверное. Ну ладно, я думаю, что... там есть какой-то проход, скорее всего, нам туда. Ну ладно. Здесь-то можно как-то пройти. Ну, еще не ночь, поэтому зомби еще не такие свирепые. О, да. Это не есть плохо, это есть хорошо. Открытый город, открытая местность здесь везде. Садиться в этой игре почему-то не могу. А, подождите, вот, на букву С. А я на эту нажимал какую-то. На контрол, по привычке уже. Так, ну надеюсь, тут не как в Детайленде. Ключ раздалбывается. До свидания. Снесли мы ему голову. Ладно, спрыгиваем сюда, наверное, и погнали в эту сторону. У нас есть шанс выжить. Бегом, бегом. Оу-е. Только мы куда-то не в ту сторону бежали. Вы заметили? По-моему, мы уже немного перебрали. Ага, нам в этот дом, в этот фургон, скорее всего. Но почему-то здесь он не может перелезть. Похоже, нам надо идти назад. Через толпу разъяренных зомби. Так, а вот здесь у нас какая-то наверху полосочка беленькая. Ур, написано, или что-то, не пойму. Так, бегом.
Сейчас будем смотреть, как туда пробраться. Скорее всего, как-то через верх. Да, здесь, собственно говоря, я видел даже вот это вот ограждение разрушенное. И... Хорошо, на внутрь. Используйте дверь. Откройте дверь. Такой вежливый чувак. Зомби бы не постучался. I'm supposed to get a vaccine? What? No. Suppressant. It's called antizin. Suppresses the symptoms here. Sit. Antizin postpones the inevitable. Best the GRE could do. Inevitable? So, there's no cure? It's a variation of rabies. There's no cure right now. But you see, I've been running tests on both antizin and infected tissue. A cure is possible, definitely possible. Oh shit, you really think you can figure it out? With Dr. Camden's help, yes. I think so. Now, where did I put that injector? And who's Dr. Camden? A colleague trapped in Sector Zero, where the outbreak first, well, broke out. We've been collaborating via radio, though we would have made more progress if the connection were better. Also, if my... Earlier experiments had borne fruit. I tried injecting recombined versions of the virus into chunks of meat and leaving them around the city, hoping some of the infected would eat them so I could observe and document the results. But they didn't? It bore no fruit. I'm ashamed that I wasted so much time on it. No reason to hold any antizin in reserve now. In any case, all right, I'm quite busy, so on your way now. What was I doing? Какой-то он унылый. Не согласитесь ли вы? Так. Speed keeps you alive, so don't. Rahim, Zara checked me out and gave me another shot. Okay, great. That'll to hold you for a while, which is good. I'm starting to get used to the idea of bossing you around. So, time for a real trial. Go talk to Spike. We'll find him near Zeta's truck. He's got the first real job for you. Ладно. Так, рядом что ли совсем вот это что ли? Получено очко навыка. Буковку И. Так, сейчас, секунду. Итак, навыки, смотрим. Вот они здесь. Дерево навыков. А, удерживайте. Блин, можно было просто нажать. Что мы имеем? Что-то как-то мало. А, вот, показать дерево навыков. Вот, здорово. Значит, базовый комплект для выживания, видимо. А, это что у нас? Надо, видимо, все прокачивать потихоньку. Так, что это у нас? Необходимый уровень выживаемости 2. Узнайте, как создать основные предметы, необходимые для выживания. Отмычки, взрыв... Пакеты, простые сюрикены и коктейли Молотова. Так, подробно. Это, видимо, вот эта штука, да? F7, F6, что такое у нас? Сила позволяет вам... Сражайтесь... А здесь у нас... Подожди. А это что такое? Уровень силы. Что, получается, два дерева навыков, что ли? Или... Уровень ловкости, уровень силы. То есть, понятно. Так, стоп. А где же только что... Я, походу, приобрел навык, что ли? Не понял. Навыки, ну-ка. Немного непонятно, что произошло сейчас. Нет, очко навыка есть. Видимо, дело в другом. Ловкость. Вот в чем дело. Понятно. Мы управляем F6 и F7 как бы. Значит, здесь как и есть Far Cry, где-то еще там я видел такие штуки.
Крайси, нет, Крайси, не помню. В общем, несколько деревьев, дерево навыка, несколько штук их. Значит, здесь у нас есть уровень силы, уровень выживаемости и уровень ловкости. Но пока что нам почему-то ничего не доступно. Уровень ловкости необходим второй. Уровень первый пока что. Следующий уровень 550. А что нам для этого нужно? Уклоняйтесь от атак. В нужном направлении нажмите пробел. Для чего-то нам дают очки, видимо, за это, да? Можете его глушить. Так. Здорово. Ладно, ну это качнем, наверное, да? Купить навык за один. Ну, почему бы и нет? Вы хотите купить этот навык? Да. Так, а на что нажимать-то? Тут интересные тоже навыки есть. То есть вы хотите сказать, что как бы надо что-то покупать еще или что, инвентарь? Мы можем что здесь делать? Используется. Здесь у нас что? Надо во всем этом разобраться. Коллекция. Так, стоимость 2.20. Наличные. Алкоголь, задания, карты, чертежи, навыки. Чертежи. Отмычки, аптечки. Сюрикены можно сделать. Сколько? Клинок нужен и бечевка. Коктейль Молотова, алкоголь и бечевка. А есть ли здесь какой-либо магазин? Ну, в общем, все просто. Чертежи. Мы здесь создаем предметы. Это типа рюкзака. Здесь у нас есть, как видите, вот это здесь я видел. Вот алкоголь. Не знаю, правда, покупать их где-то можно или нет. Вот. И чертежи. Здесь можно создавать какие-либо предметы. Ну, все, в принципе, несложно. Вот, и три вида навыков. Три дерева навыков. Три вида дерева навыков. В общем, не важно. Спайк, I'm Crane. Just what I need. More unskilled labor. Alright, shut up and pay attention. There are two types of airdrops. One has food, first aid supplies, survival gear and such. The other kind is filled with antizin. The GRE sends in a one-way video feed that lets us know when they're on the way. Look, the trouble is, the airdrops with antizin keep getting raided by Ryze's thugs, and without antizin, we're basically screwed. Ryze and his boys only operate during the day, because going out after dark is a dandy way to get killed. But the next two antizin drops are coming down right at sunset tonight, and Brecken means to go after them. This may be our only chance to reach the airdrop. What's my part here? Well, as I said, going out at night is basically suicide. Or it would be if I hadn't been setting up safe zones and traps out there for weeks now, which I have. Now, Brecken and his team will be okay tonight so long as you get out there now and arm those traps. That's your part. All right. What are these traps and how do I arm them? You'll see. I'll be talking you through it. Just remember, without these traps, Brecken won't survive the night. And if he doesn't come back with antizin, we are lost. Before you head out there, grab some firecrackers. Made them myself. They make a fine distraction if you get in trouble. Чё он как быстро сказал, не успел почитать. Итак, возьмите взрывопакет. А, ну я взял все. Ну круто, теперь мы будем ночью ходить тут. Сюрикены. А, ну здорово, теперь мы можем, смотрите, да. Первая страница. Ищите на местности огромные сбрызги. Ага. Здорово. Так, надо нажать. Что ты делаешь? Опять со звуком какая-то хрень. Надо нажать буковку Q. Так, а нам куда? Из безопасной зоны. Стрелочки тут всякие указаны. Ладно. Там вот зелененький домик у нас какой-то. Вот он поменял свое направление. Ну да, придется нам все осматривать. Если вот, например,
Это можно взять. Да еб твою дивизию, чё ж со звуком-то? Ну, ладно, бывает. Может музыку отрубить тогда. Так, а мы в том доме снова пришли. Чё со звуком? Ой, я что-то не вижу. И чё, Кута, я нажал его. Ага. Сейчас. Бляха ты, муха. Чё со звуком? Где тут звук-то? Видео. Игра. Громкость музыки. Субтитры, смена оружия, гамма. Угу. Хм. Видимо, это у меня что-то. Ага, и она взорвется, типа, да? Лёха, ты... Ну, чё со звуком, ребят? Я сломал игру, что ли? Ладно, бывает. Так, а нам, кстати говоря, куда-то сюда. Игрушки для миссии. Давай! I'm outside, working for Spike. You're Crane, right? Listen, our runner's trying to secure one of our safe houses. He's in a courtyard by Vefa and Mamar, surrounded by zombies. We gotta help. Alright, I'm on it. Не пойму, это реально что со звуком. Надо в интернете где-нибудь почитать. Тут есть некоторые баги, только на английской раскладке, например, можно играть. Лично у меня так. Помогите попавшему в ловушку чувак. Блин. Может это сам пойду что-нибудь поделаю, пока мой звук наладится. Ну реально что-то со звуком. Я не помню, как я в тот раз, конечно, это самое исправил это. Я не исправил, я просто начал. Просто играл, играл и. Вверх голову поднять. Действительно, не все так тупо сделано. Поэтому... Это плюс, наверное. Сука, слушайте, ребят. Подождите, какой-то звук электронный, реально. Даже не знаю, что можно сделать.